До студії нового дня завітали Олена Митрофанова, власниця цього чарівного нашого ранкового гостя, а також Олена Троян, голова громадської організації «Трон». Доброго ранку. Доброго. По-перше, хотілося б дізнатися, як же звати цього чарівного гостя і яка у нього порода. Зовут мальчика Оскар, потому что этот помет начинается на буквочку О. И порода это московская сторожевая. Московская сторожевая. Хотелось бы от вас, как от профессионала, дізнатися особливості цієї породи и взагалі, как она виникла. Ну, я начну немножко с истории. Ну, после войны была задача сделать охранных собак. И вот благодаря подмосковному питомнику «Красная звезда» под руководством Азовера вот, был проект сделать московскую сторожевую. Московская сторожевая – это основа ее породы, это сенбернар. Ну, все видели фильм «Бетховен», вот, представляют себе эту породу. Вот, и кавказская овчарка. Это основа. Но туда приливались крови и русской псовой борзой, и Ньюфаундленда, и русской гончей, и обязательно немецкая овчарка была. Вот. И вот с 47 по 58 год вот, была создана вот такая прекрасная порода, которая отличается выносливостью, которая отличается хорошей дрессируемости, которая великолепно охраняет. То есть вот все, что поставили цель, это самый удачный проект в «Красной звезде», один из самых удачных проектов, вот по выведению московской сторожевой. Що ж, хотілося б ще запитати з самої назви, з того, що ви сказали, зрозуміло, для яких цілей цю собаку можна завести, але хотілося б дізнатися, у яких умовах варто її тримати і які умови необхідно забезпечити перед тим, як купувати таку собаку і заводити в себе вдома. У нас Єлена содержить цих собак, вона вам розкаже непосредственно. Це собачка вольєрного содержання, свободного передвіження по території. Зараз от ми перший раз одели ошейник, дитячий на нас не сошелся, поэтому что уже получилось. Ведет он немножко себя, ну скажем, неадекватно, потому что ему в самом деле чужая территория, трошки и он маленький, ему еще, да, ему 3,5 месяца только. Собаки очень, я бы сказала, если это применимо к собакам, интеллектуальная порода. Они понимают взгляд хозяина даже. По территории охранники бесподобные. Они не реагируют ни на птиц, ни на, знаете, как на воробьев лают. Если к воротам подошел, вы знаете по реакции собаки, кто подошел к вашим воротам. Вот так вот. Чужой он или себя свой. Видит в отражении. Начал на отражение на свое реагировать. Собаки очень аккуратные. Они не вредят хозяевам, вот если зимой, зимой они в огороде бегают напрямую, то только начинает появляться зелень, собаки ходят по дорожкам. Это я сама лично видела. Естественно, в квартире держать их нельзя, потому что это мука будет для животного. Папа весит 110 килограмм, мама 70, поэтому, естественно, для квартиры это и для только дворовые собаки такие. Зиму они переносят хорошо, очень. Лето переносят хуже немножко. Голос, вот, голос, очень хороший голос у красивый собак. Такой, знаете, рев просто-напросто. Ни у кого, у чужого не возникает желания. Справжня лавиня. Да-да-да, не возникает желания поспорить с этим крупным зверем. Еще одна, я считаю, очень хорошая черта животного. Если чужой попадает на вашу территорию, он не порвет чужого, они просто валят на землю и наступают и держат, пока придет хозяин. То есть проблем с милицией у вас не будет. Агрессия как бы даже не успевает проявиться. Вот это огромное животное в 110 килограмм в секунды валит постороннего, причем постороннего, который проявил агрессию. Если человек зашел и ведет себя адекватно, он просто будет за ним наблюдать. Ага, и будет ходить следом, Да, в крайнем случае он его в угол прижмет просто и будет сидеть возле него. Поэтому собак рекомендую тем, у кого есть маленькие дети. Да, чем крупнее собака, тем она адекватнее относится к детям. Да, это можно взять пример как дога, как среднеазиата. То есть именно вот собаки тяжелые, они хорошо относятся к детям.
Я думаю, що дійсно така особливість, яка, по-перше, ваших гостей, собака, вона їм не нашкодить, вона тільки, якщо навіть подумає, що може накоїти лиха гость, вона може просто повалити. Так само і з дітлашками. Она можно очень аккуратная с детьми. Что дети если не нравится, вот, если ребенок сильно там залез ей в ушко или в носик, он просто вот тихонько уходит. Він вважає за потрібне просто піти. Да, да, да. Он не будет, конечно, терпеть над собой измывание, но вот суки более терпеливы, чем кобели. Кобели, они вот лучше просто уйдут, не будут связываться. Хотелось бы також дізнатися щодо догляду за такою собакою, тому що, наскільки я розумію, за такою шерстю необхідно доглядати особливо. Собаки сами по себе чистюли. Очень аккуратные. Ну, вычесывать, как обычно, собаку, да, в период линьки, а если не в период линьки, то просто они удовольствие от этого получают. Шерсть очень длинная, мягкая, шелковистая, вьющаяся. Кто умеет вязать? Да, для лечебных поясов можно использовать. Самое то. Манюня. Очень хорошо развитый подшерсток, который не промокает. Вот, и ветром не раздувается. Ой, ну, я говорю, сезонная линька, это не так страшно. А щодо виховання такої собаки, особливе виховання необхідне? Ну, і смотря, що ви хочете отримати від цієї собаки. В полгода у них самостоятельно просипаються інстинкти в цих собак. Це дуже удивительно, но сніг во дворі, так як це сенбернар, часть сенбернара, да, во дворі сугроби ви ніколи не оставите. Вони приходять і розгрібають все це рівним слоєм, сприймаючи як лавину. Наводить лад. Да. На речку они очень любят купаться, но мы со своими годовалыми мальчиком и девочкой вышли на речку очень далеко. Они прекрасно плавают, ныряют под водой, долго находятся. Была очень смешная история, когда они нырнули, доплыли до пляжа и двух нетрезвых мужиков за трусы вытягивали на берег. Весело было всем, кроме этих... Ну, сенбернар – это собака-спасатель, поэтому у них это тоже заложено. Вот, от генетики, кажется, никуда не уйдешь. А по воспитанию, вот я хотела сказать, вот, в принципе, все щенки должны где-то с 4 месяцев начинать элементарное послушание. Вот, то есть, чтобы она слышала подзыв, чтобы она имела садиться, чтобы разрешала ковыряться в лапках и в зубках. Вот это прививается как обыкновенно всем. Единственное, что особенность характера упрямая. Вот, то есть надо быть более настойчивым. Настойчивым. Да. То есть, чтобы не последнее слово оставалось за щенком, вот, а именно за хозяином. Все как с детьми. Абсолютно. Да, для того, чтобы вы спокойно кормили собаку взрослую, я у своего бурана могу забрать изо рта кость и отдать обратно. Когда вы начинаете кормить это животное, просто дайте ему еду и рукой в тарелке. Для того, чтобы он привык, что вы хозяин, хозяйка, и никогда его не обидите, и вернете, и дадите все, что ему нужно. А вообще авторитет, он больше бачит у хозяина жінці, чи у человека? Не имеет значения, абсолютно не имеет значения. Обычно суки больше подчиняются мужчинам, а кобели больше подчиняются женщинам. Но опять-таки, зависит, кто в доме хозяин. Если в доме хозяйка жена, то, то собаки слушаются больше жену. Если в доме хозяин мужчина, то собака лучше слушается мужчину. У нас они слушаются всех одинаково. Вот, пожалуйста. Абсолютно. Но я сказала общее. Да, нету вот разделения. А вот у Елены, да, у нее слушается всех. Бачимо зараз по вашому улюбленцю, що дуже любить все облизувати, цілуватися, і до цього ви розповідали, що можна цю породу навіть назвати, що для хазяїна він собака-цілавака. Да, многие у нас 32 щенка уже за столько лет получилось, и многие хозяева называют собака-цілавака, потому что пока они маленькие, они, во-первых, даже взрослый, он может попытаться забраться вам на ручки, это не очень приятное ощущение, но... Получается иногда контактные, так. Очень контактные собаки. Любят хозяев, очень преданные хозяевам животные, защищают хозяина при любой, даже вот малейшей с их точки зрения, возможности опасности. Он становится впереди, между. И все. И уже, своего хозяина уже в небезпеку не віддасть. Да. Кажется, к такой собаке вот, не очень-то и... Нету желания подходить, я вам честно говорю. У нас все просят через забор показания сказать. Хотя они в вольере. Но когда он встает на задние лапки, папа, да, рост у него получается почти 2 метра. А еще есть что-то такое, что несвідомо хозяин, который заведет такую собаку, может ей нашкодить. Можливо, захочет сделать что-то по-доброму, але нашкодить. Або, можливо, у харчування, або, можливо, у догляді. Є якісь застереження?
Да, конечно, этим собакам нельзя свинину, нельзя трубчатые кости куриные, угу. Нежелательно, конечно, курятину, потому что вы знаете, что она нездоровая для людей. Ну, я вам должна сказать, что они сами прекрасно разбираются, и то, что им не нужно, они зачастую не едят. Очень любят фрукты, любят овощи, едят виноград, сами аккуратненько собирают, да. Орехи. Каши, орехи очень любят. Ну, в принципе, если их лечить, я их лечу человеческими лекарствами, потому что они не очень болезненные, только если там, ну, может быть, расстройство, что-то вот такое, вот понимаете, то буквально человеческие лекарства из нашей аптеки, я не хожу в ветеринарки, подращенный щенок, вот нужен кальций обязательно, угу. Потому что рост быстрый, и кость не успевает да, вырасти. Да, витамины во время роста. Во время роста и кальций обязательно. Мясо, витамины – это самое необходимое, то, чтобы поставить щенка на ноги. Хотілося б ще також дізнатися, підсумовуючи усю інформацію, кому варто завести такого цуценятка, щоб потім виросла гарна сторожева собака, на кого вона взагалі направлена? Для тех, кто любит собак и кто требует, хочет во дворе иметь не просто охранника, а настоящего друга, красавца, которым он будет каждый день выходить и восхищаться. Собака неприхотливая. Неприхотливая и в отношении воспитания, и в отношении ухода, и в отношении общения. Тобто для того, щоб виховати справжнього свого друга, не потрібно буде кожного тижня йти до кінологічної організації, до кінолога і навчати командам. Ви розумієте, як? Вони общаються як? Вони, якщо ви з ними розмовляєте, вот, і повторяєте вот при голосовому подачі то же саме повторяєте дії, то собака це запам'ятає. Вони легко обучаются, единственное, что они вот думают, делать это или не делать. Вот. Если хозяину нравится, собака это делает. Если хозяину не нравится, он... Я уже сказала, что с полугода у них просыпаются инстинкты. Они сами начинают делать даже то, чему вы их не учили. Но то, что присуще этой породе. А в ней очень много сочетается хороших пород, которые я вам перечислила. Вот послушание – немецкая овчарка, выносливость – кавказская овчарка, степенность и, ну, не сказать, что это мудрость, вот, Елена, интеллектуальность. Да, я называю это от сенбернара, понимаете? То есть тут, вот, допустим, живые качества, охотничьи собаки сыграли свою роль. То есть вода – это Ньюфаундленд. Вы понимаете, то есть это уникальная порода, вот сочетание столько в ней положительных качеств, что вот, а самое главное – это же красота. Вы же посмотрите, насколько вот, эта собака, вот ее хочется погладить. Хочется с ней погратися. И что мы действительно пометили – кожен, хто хотів познайомитись з маленьким Оскаром, міг спокійно підійти і ніякої агресії, тільки розумні очі і дійсно веде себе наче маленька дитинка, яка да. хоче поспілкуватися, погратися і, можливо, навіть трошки злякався камери. Що ж, дорогі наші телеглядачі, я нагадую, що до нашої студії сьогодні завітала Олена Троян, голова громадської організації «Трон», а також власниця цього чарівного Оскара Олена Митрофанова. Дякую вам за те, що завітали до нас сьогодні, познайомили наших телеглядачів з таким чарівним Оскаром.